Здравствуйте. Вот наша Сонечка, наша персидская кошечка, которая у нас упала 16 января из окна третьего этажа и получила травму нижней челюсти. Перелом был у нее, и до сих пор он неправильно сросся. Вот. Я хотела вам показать, насколько у нее открывается рот. Вот, смотрите, вот она не может сглатывать слюну, потому что у нее рот полностью блокирован. Рот у нее полностью блокирован, вот, и у нее постоянно вот выделяется слюна. Мы перед тем, как снимать ее для вас, мы ее немножко искупали, вот, потому что у нее вся шейка была, весь подбородок был склеенный в слюне. Вот, у нас каждый день такое происходит, и выделяется слюна. Вот, и вот здесь вот видно у нее на подбородке, красная кожа воспалилась из-за того, что слюна с неприятным запахом. Бактерии, видать, размножаются, и из-за этого воспаленный подбородочек. Вот. Вот хотела вам показать, вот у нее клык выбитый. Это во время падения у нее выбился клык, и сместилась у нее челюсть. Челюсть открывается. Вот, вот это вот максимум открытия челюсти. Вот. То есть между резцами... Между резцами тут меньше, чем пол сантиметра. А клыки вообще, клыки у нее вообще не раскрываются. Вот этот максимальный, вот я вам сейчас покажу. Вот, максимально, вот. Никак. То есть заблокировано полностью, у нее заблокирован рот, не открывается. Язычок, вот она только кончик может высовывать, и все. Вот, то есть она не вылезаться не может, ни воды попить, ни покушать, ничего. Вот, мы ее, она выпала 16 января.